Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Angry Birds Epic. Как вы помните, мы остановились с вами в пещере и будем продолжать. Я хочу заработать вот этот вот красный ключик. Ну, а у нас с вами следующая миссия, давайте посмотрим. Так, свинская мощь 312. Слушай, это слишком мощно для меня, поэтому я возьму себе помощника в виде... Давай, наверное, возьмем свина Хряковича. Ну-ка, да, теперь мы стали немножко сильнее. Поэтому вперед. Только вперед, главное не сдаваться, ребят. Я думаю, что нету у наших врагов ни единого шанса на победу. Сейчас заодно посмотрим, кто здесь у нас. Оу, три волны, слушай, это жестко. Начнем с отравления. Окей, ну-ка. Отлично. Надо убрать сразу одного мага отсюда. Шикарненько. Так, ты подумай, подумай там пока над своим поведением. Ты тоже подумай, парень. А ты со своей палочкой, со своим прутиком здесь никчемным. Так, ну что, я думаю, добьем мы с вами этого мага. Даже всех добили. Переходим на вторую волну. Ух ты, как много пятачков нам дают. Так, ага, с ледяной дубиной и с фруктовой дубиной. Начнем вот с этого, наверное. Жиробаса, да? На, шаман. Окей. Слушай, у нас перчик накалился. Ну, я пока применять его... Что это? Он сделал какую-то проказу, ребят, на Чака. Ты видишь? Ну, ладно, мы его ушатаем сейчас. И вот этого тоже. На! Этот жив. Ну, у нас есть, как говорится, еще время, да? Вот именно у него последний ход. И у нас тоже. На! Ах ты, гаденыш маленький. А вот так вот, если... Все, переходим с вами к следующей волне и следующей вражине. Кто тут у нас? Покажись. Ага, куча всякой ерунды. Ну, я думаю, что нам, наверное, здесь придется с тобой использовать перчик. Давай. Оу. Слушай, неплохо, очень неплохо. Так, давай, наверное, вот этого вот свинотника с тобой забомбим. А эти отдупляться уже сами. Все. Слушай, довольно неплохо. Мне понравилось, забористо. Но опять же, нам помог свин Хрякович. Без него было бы, конечно, проблематично. Нет, 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 у меня сколько там? Дай-ка релол сделаем. Я хочу получить. Да блин, вот эту хочу штуку получить. Нет, я еще переиграю. Вы специально, что ли, так делаете, а? Ну, наконец-то. Я не знаю, что это, правда, но мне это нужно. Я больше уверен, что оно мне пригодится. Ну что же, мы с тобой справились с этой очередной битвой. И давай переходить на следующую. Нам, конечно, тут еще колесить придется очень-очень много. Смотри, видишь, какой нам крюк надо будет сделать. Кстати, здесь уже будет драка за сундук. Посмотрим мощь нашего противника. Отсюда уже будем плясать. 312. Ну что же, мне надо будет брать очередного оппонента. Это будет у нас... Свиндиана Джонс. Ух ты, 416. Я думаю, мы его сейчас порвем. Слушай, а можно было бы, конечно, попробовать своими силами. Но два персонажа, это, честно говоря, как-то слишком жестко. Да? Двумя персонажами проходить. Ну что, Свиндиана Джонс, ты готов? Окей-доки, все у нас пока под контролем. Слушай, может быть, вместо Чака взять кого-нибудь другого, а? Как ты думаешь? Ой, ну да, да, вместо Чака. Смотри-ка, они хотят... Один свин Джонса хочет бомбануть, да? Мечтает, а другой свой ротик раскрыл на Чака, ты понимаешь? Глубежки-то свои раскатал. Нет, братюнь. Тут, кстати, 5 волн будет. Хочешь не хочешь, а надо будет бомбить этого паршивца мелкого. Все? Он отдыхает. Кстати, очень хорошее место, чтобы набивать опыт. Ну что... Здорово. Так, ну что на нас там опять, как это, проказа висит. Отлично. Давай вот. Давай сделаем с тобой перчик. Быстренько их ушатаем. Очень быстро ушатали. Так. Не-не-не-не, парень, даже забудь, забудь об этом даже думать. Хочет Чака мне обидеть. Конечно. Ха-ха. Не тут-то было. Ну что же, мы двигаемся дальше. Окей, так, опять те же самые, да, практически? Что такое? Почему мы получаем немножко урона? От чего?
Я не могу понять, что происходит. О, парню вот этому не повезло. Если честно, очень не повезло. А вот это ты зря, родной. Вот это ты зря так сделал. У нас, кстати, от хил-то есть, если что? По-моему, Чак может хильнуть, да? Но пока нам это не нужно. Ай-яй-яй. Вот сейчас проверим заодно, Чак хилит или нет. Да, хилит, но такой маленький хил. Практически даже незаметный. Ну, двигаемся дальше. Да что ж ты будешь делать? Опять, это с какой-то перчаткой, я не знаю, где он ее вообще нашел, на какой помойке. Но она у него в руке. И он хочет меня этой перчаткой еще и тронуть. По ходу дела, да? Нет, пока не трогает, слава богу. Да ты достался своим ветром этим. Ветродуй ты, фигов. На. Да и добью этого. Получи. Ну, задумался? Правильно. Ты пока подумай, а мы пока хильнемся. Раз и два-с. И переходим на последнюю волну. Кто у нас там сейчас будет? О, Свиноштейн. Ладно, мы, наверное, не будем долго рассусоливать. Вот так вот сделаем. Понеслась мазута. Ну. Так, отлично. Отлично, я тебе скажу. Этот покойничек. Теперь вот этого добьем. Ать, не добили. Я, честно говоря, думал, что он отдуплится. Но, видишь, выстоял как. Умудрился выжить. Ладно, добивочный. Все. Еще одна битва у нас, ребята, пройдена. Еще одна победочка в нашу копилочку. 3 звездочки, да? Как с куста. Ролики дадут? Дадут. Оп, удачно, удачно. Ну что, поехали тогда с вами на следующий бой. У нас пока не кончатся герои, которые нам могут помочь в боях. Я думаю, мы с тобой на этом не закончим. Так, победа. Смертельная схватка. Так, сколько же еще интересно нам здесь. Мы сюда перейдем, потом сюда, сюда, сюда. Ой, долго. Долго нам еще идти. Я боюсь, даже за серию нам не хватит. Так. Принц Сала и наемник могучего орла. Слушай, а наемник могучего орла нанимается за монетки. Блин. Получается только лишь... Ну, мы можем, если что, еще через рекламку посмотреть. Думаю, вдвоем мы справимся, да? Даже если мы, ну, смотрим рекламу, получаем 20% КП и так далее. Но двумя все равно будет сложновато проходить. Принц Сала. Ох, как он звезданул-то, а? Мелкий отдуплился. Тихо, давай без хилов там всяких, а? Без хилов, я говорю, малорик. Так, ну-ка, иди отсюда, а. Шаман кислых щей. Так, задумался. Хочет. Массовая атака у него там назревает, понимаешь ли. Никаких массовых атак. Да и волн тут не так уж и много. Всего лишь 3. Так, переходим. Ну что, здесь Чаку веселье. Кстати, я понял, что, ребята, мы с вами получаем за повреждение. Мы когда... Ход. Так, тихо. Да отвали ты, свинотник. Мы когда с вами заходим в пещеру, да, у нас на каждом ходу есть, как бы тебе сказать, терновый куст. Можно так это, наверное, назвать, да? Он как раз нам и наносит урон. Так. Свинопас вышел, да? Самый здоровый, типа такой делаш. Типа я его не пробью. Да нет, парень, я тебя пробью. Я с тебя весь жир вытоплю. Если ты хочешь знать. Поехали, ребят, не жалко потратить здесь перчик. Так. Бамс, бумс. И отдуплился, нет? Нет, смотри-ка, еще живет. Все. Готовченко. Блин, а как же нам дальше проходить-то, а? Мне неохота просто тратить золотые монеты на то, чтобы, ну, сам понимаешь, чтобы получить наемника. Окей. Потому что монетки мне нужны, ну, сам знаете чего, для других дел, чтобы получать себе какое-нибудь оружие новое, да, легендарное. Так, вот, ну, как я, в принципе, и предполагал, мы с тобой переместимся вот сюда. Кстати, сундук-то я могу вот этот вот вскрыть или нет? Ну, что за подлагивание опять вот? О,
50 пятачков, 3 золотых. Ну, тут еще и мастерство у нас повышено. Ну, давай приблизительно глянем, что нас тут поджидает вообще. 313 свинской мощи. Угу. Чака вот можно убрать отсюда, да, и взять, например... Так, давай посмотрим. 253. 273. Наверное, взять бомба лучше, да? Ну и посмотреть, конечно же, рекламу. Ну, смотри, практически на равных. Практически. Я думаю, должны справиться мы, да? А ну-ка, я сейчас гляну еще разок. Слушай, ну по 12 часов откат, это, конечно, ох, как долго. Выберите птицу друга, которая поможет тебе в битве. В награду друг получит знаки дружбы. Понятно. Так, поехали. В общем, у нас с вами будет участвовать здесь Ред и Бомб. Будем надеяться, что все у нас хорошо получится. Отхила нету, не забывай. Массовых атак у нас тоже здесь нету. Понеслась. Начнем вот с этой проказы. Ох, Бомб наяривает. От души просто. Ну тут, кстати, очень много волн. А что это мне такое сделали здесь? Что это еще за блокиратор поставили они мне? Мелкий, отвали отсюда, а, Шитик. С палочкой, с прутиком своим. Выеживается мне здесь. Волн здесь очень много, 5. 5 волн аж целых. С одной разобрали, слава богу. Так, ну что, у нас с тобой... Что это такое за бонус, ребята, идет? Плюс атака и плюс хп, что ли? Что... А, ну да, это же я бонус брал, точно. Так, мелочь, уйди. Ты посмотри, а, со своей мухобойкой или что это у него? Барбекюшница. Так, давай-ка вот этих, наверное, малюток попробуем забомбить. О, у нас перчик откатился. Перчик, это, конечно, хорошо. Это очень хорошо. Но пока применять мы с тобой его не будем. Окей. Минус. Переходим далее. Мы в меньшинстве, не забывай об этом. Так, ну что, я думаю, что лучше начинать с малышей. Почему лучше с них начинать, ребят? Потому что этот еще все равно будет там соображать, что ему сделать, да, прикидывать там. У нас есть с тобой, не забывай, суператака. Это когда бомб влетает. О, вот сейчас вот пора атаковать. Что-то он там задумал нечистое. Ай, не вышло. Неужели фейл у нас здесь получится, а? Он именно по Реду будет бомбить, смотри. Что? Да, не кисло бомбанул. Пора уничтожать его. Так, остается два отрядика. Блин, и все Реда. Все на Реда. Блин, у нас нет хила. Хотя, почему нету, ребят? Я вру. У нас есть с тобой хил. Есть, конечно. Все, живем. Так, разобрались. Так, что у нас там дальше? Покажись. Может быть, бомба просто взять сейчас вот. Просто влететь в эту толпу и разнести всех к ядрень фени. Ну, не всех, но тем не менее. На-ка. Наверное, надо было это все делать на последней толпе. Ладно, глянем, кто он. Детский сад как-то пришел тут. На разборке. На. Иди отсюда. Чтоб дух твоего здесь не было. Чего ты там соображаешь-то, елка-палка? Соображает он, где там стоит. Смотри. Задумался с таким деловым видом еще. На-ка. Выкуси по полной программе. Так, а ты-то что тут? Что ты там хочешь сделать, а? Наверное, ничего, ребят. Потому что он элементарно не успевает. Слушай, мы так хорошо опыт с тобой набираем здесь. В этом подземелье. Единственное, что... Как вот нам дальше с тобой драться? Я не знаю, ребят. У нас практически ничего не осталось. Так, ролим, ролим. Я должен получить этот... Вот. Свиток, не свиток. Я до сих пор не понял, что это, если честно. Надо как-то зайти, глянуть. Может быть, на своей базе это как-то будет показано. Потому что я их набираю, а толку-то от них, если я смогу ими пользоваться. Да, только лишь вот сюда мы с тобой переместимся, да? Только лишь сюда. А чем не бомбить их? Ну, давай хотя бы просто глянем, что тут за противник. 302, у них практически у всех все одинаково. Мощь одинаковая. Увеличивает силу атаки по мере заполнения ярости перца. Угу. Награда 10 пятачков. Блин, ну порвут же, а.
или не порвут. Рискнем? Давай рискнем. Чем мы теряем, ребят? Да ничего. Только время. Да, время теряем, а в остальном ничего. Ничего страшного не будет. Лишь бы было не 5 волн, а 3. Да ёб просоте. Ай, у нас же еще и атака ослабленная. Твою ж налево, я совсем забыл. Да, тут скорее всего фейл. Нет, или фейл, или мы с тобой будем просто очень много тратить хила. А хил мне здесь понадобится. Так, ладно. Эть. Эть, забили. Так, что ты там собираешься думать, парень? Иди со своей этой ерундой от меня. Блин, не ушатаю, да, ведь? Ушатал. Смотри-ка, бомб, красава. Так, что, оглушил? Вот этот вот мелкий оглушил мне Реда? Как-то у него так получилось, интересно. Ох, два жиробасика тут появились. Так, и оба с грязными своими перчатками, с инфекционными. И это в разгар болезни-то, а? Так, хорошо, что они начали тут обдумывать свои планы. Мы в этот момент их нащелкаем. Надеюсь, нащелкаем. Так, если я возьму сейчас Реда. А я возьму. Я возьму и бомбану именно Редом. Накосе. С удара снесли эту свинью. Интересно, получим мы с тобой 32 уровень или нет? Так, здесь, ой. Ой-ой-ой. Да что ж ты будешь потихоньку получать урон, ребят. Так, маг. Может быть, ушатаем его? Не вышло, к сожалению. Что, что, отхил повесил, да? На бомбу метит. Он хочет мне наказать бомба. Вот сейчас бы как раз бы, да, вот эта суператака. Ой, как кстати была бы. Что у нас, кстати, есть? У нас есть с тобой на опыт. Давай на опыт применим, а? Бамс. Так, вот этого мелкого сейчас зашатаем. Тоже на бомба начал метить свой пятачок. Ага. Почему у меня бомб постоянно получает урон? На! Добивай. Так, этот споткнулся, да? А вот эти не споткнулся. Они, видишь, они еще и отхиливаются. Так. Добивочный. Накрит урон. Окей, двигаемся дальше. Кто у нас тут? Слушай, ну я думаю, что с ними мы разберемся, да? А на последней волне будем применять уже перчик. Тут, наверное, еще придется захиляться нам с тобой. Судя по всему. Буду, конечно, до последнего тянуть этот момент от хила. Да ёпрос это, ну что ты, Ред? Ну серьезно? В оглушение еще попасть умудрился. Блин, что-то нам заблокировали, по-моему, перец. Есть, да, я был прав. Хиляемся тогда. О, бомб отхилился по полной программе. Как новенький стал. В принципе, это хорошо, ребята. Это споткнулся, молодец. Эть, вот, правильно делаешь, бомба, бомби. С удара снесли, а этого тоже. Так, ну что, переходим на последнюю волну. И я, наверное, там буду применять перец. Сейчас посмотрим. Да, тут надо применять именно его, потому что здесь много. И нам нужна с тобой массовая суператака. Окей. Так, этих загасим. Что ты там орешь-то? Полудурочный какой-то. Думаешь, меня напугал, что ли, этим? Еще не понял я. А так? Окей, добиваем, ребята, этих молокососов. Бумс. Ух, сколько опыта. Да, друзья мои? 32 уровень, как ты понял. И это очень круто. 32 уровень. Так, что у нас тут? А тут рецептов нет, к сожалению. Окей. Что есть, то есть, то и забираем. Так, я хотел на базу вроде бы слетать, да? Посмотреть, что там с этими рецептами делать. Что, что, что? Что за подвисание вечно, а? Новый уровень, 32-й. Так, птичья сила у нас выросла с тобой. Это круто. Слушай, я тебе скажу, знаешь, сколько еще, наверное? Раз, вот это вот будет предпоследний бой. Потом еще один. Так, с вашего позволения, я слетаю все-таки на базу, я хочу кое-что глянуть. Куда эти рецепты применять? Так, во-первых, что это такое у нас, я уже не помню. А, ну это понятно, это ерунда, это нам не нужно в данный момент. Так. И? А, это...
Это и есть рецепты или что? Не могу понять ничего. Хм. Это рецепты, да, ведь, я так понимаю, набитые? Оригами-меч, перчаточная кукла, ракета-сюрприз, также щиты. Окей, а если я... Слушай, я могу сделать себе сока живительного. Давай-ка сварим. Сок — это дело хорошее. О, хотя бы две звездочки. Спасибо. Три сока, отлично. И больше не хватает, к сожалению. Что у нас тут? А что надо-то? Для того, чтобы сделать, нужно две колбы. Две колбы вот такие вот, да? Давай, заварганим. Ох, шикарно. 40 колб получил. А можно еще разочек? Нет? А, пробирки закончились. Все, я понял. Ну, 40 колб — это хорошо, ребята. Вот где нам вишенок таких вот взять? Они же ведь не делаются, по-моему, или... Или делаются? Оу! Купим, фиг с ним. Давай. Ой, как смачно, ребята. Ой, как смачно. Слушай-ка. А, блин, даже зачем ты вышел-то? Сколько там нужно? Сколько я могу сделать? Так, 4, 8. То есть 4 коктейля получается, да? Да ты что, фартит сегодня мне, друзья мои. Еще за каждую звездочку, да, получ... или нет? 4 коктейля. Смачно. А что нужно для... смотреть? Напиток и... Чего? А, он покупается чисто за эти, да? Понял. Слушай, можем, можем с тобой замутить. Ух ты, да что ж такое-то? Я не читер, если что. Просто мне везет. Так, что у нас тут бесплатно? Замок сласти напасти. Сласти напасти. А можно глянуть одним глазочком, что это за сласти напасти? Я просто сладкоежка, еще тот. Поэтому мне как бы хочется посмотреть, что там за уровень такой. Ну давай, 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 прогружайся, елки-палки. Ну что, ребят, наверное, зайдем. Да мало того, что зайдем, мы еще и подеремся с тобой. Я могу сюда кого-нибудь? Нет, не могу. А сколько тут? Два из двух. Два из двух. Слушай, я попробую, я рискну, друзья мои. Я рискну именно одним чеком, да, и нашим бомбом пройти. Слава богу, я отхилочек себе надел, если что. Думаю, справимся. 5 волн, понял, погнали. Ой-ой-ой, единственное, знаешь, в чем проблема? Что это зомби. А зомби имеют способность что? Восставать. Без мага здесь будет, наверное, сложно мне. Блин, вот тебе сласти напасти, а. Ладно, попробуем. Так. Ох. Ого-го. Не-не-не-не-не, ребят, не-не-не-не-не. Ты че? Какие сласти напасти? Смотри, что творят. Особенно на бомба-то как... Бомбанули-то, а? Почему? Что такой урон-то ничтожный? Я что-то не могу понять, если честно. Это только первая волна, ты представляешь? Ну? Получится ушатать? Нет, сейчас кому-то хана, наверное, Реду. Да, Реду ушатали. Не, ребят, это какой-то бред. Я сматываюсь отсюда. Да, я хочу прервать. Да ну, сюда нужно идти, знаешь как? Сюда нужно идти, когда у тебя есть, ну, Индиана Джонс. Ой, Свин Индиана Джонс, или как его там звать? Или тот же самый Свин Хрякович. Ну, то есть, когда у тебя будет 3. Плюс при этом нужно еще посмотреть рекламку, да, чтобы у тебя было 20% к ХП и 20% к атаке. Только в этом случае сюда можно пойти на это испытание. Но не в моем случае, ты сам прекрасно видел. Я наношу урон минимальный, они меня там просто разбирают. То есть я просто на одних отхилках бы там обанкрутился. Поэтому я уж лучше тихонечко пройду здесь пещерку, хотя бы первый этаж, я так понимаю, да, это первое подземелье у нас. Там, видимо, дальше будет еще продолжение.
Все, поехали, будем разбираться. Здесь, по крайней мере, ну, не такие лютые эти свиньи. Хотя бомбят тоже, но терпимо. Так, ну что, кучка свинопасов прибыли, да? Прибыли в мое распоряжение. Промахнись. Нет, не промахнулся, это смотри. И волны-то пошли какие, да? Минимум пятерочка. Так, ну-ка. Опа. А еще раз. Опа. Шикандосик. Ну, здесь, как говорится, не зазорно потратить хилочку, поверь мне. Давай, уничтожим. Слушай, а мне надо было, знаешь, еще посмотреть, как у нас весельчаки. Что у них там за оружие? Может быть, у них какая-нибудь там цепная реакция или еще что-нибудь? У бомба-то что, просто выстрел и все. Так, ну что, магистр кислых щей, готов отдуплиться? Не готов, я понял. Это все шаманит, все шаманит. Так, успокойся. Ой, плохо вот это, что он, ребят, на себя повесил. Давай вот так вот сделаем. А? Хорошо. И добивочный. Двигаемся дальше. Блин, надо бомба, наверное, все-таки подлечить маленечко. Или потерпим пока. Так, давай. Опа. Окей. Блин, не получилось. Хорошо, когда у него так вот начинает думать. Вот эти вот мелкие никогда не думают. Они сразу в бой идут. И этот шаман тоже тут назойливая муха. Бесит меня. Давай, захиляем нам бомба. Пумс. Так, это в задумках там что-то хочет намутить какую-то мутью. Да уйди ты, мелкий прыщ. Привет, он мне здесь. Так, добьем, интересно. Да ладно, нет, сейчас бомба прилетит, что-то плохое. Нифига он звезданул. И этот прыщ еще тут мелкий из-под тяжка лезет, а? Ну-ка, накажи его, бомб. Вот так вот. Блин, придется, наверное, еще разок нам тратить с тобой хил, скорее всего. Так, Петруча прибыл, да? Давай начнем с малышей вот этих вот. И посмотрим, что они тут будут делать. Так, что? Так, значит, атака и хил. Ну-ка, Ред, устрой-ка одному из них карнавальную жизнь. О, да они ватные. Зря пожевал. Да ничего страшного, погнали. Так. Иди отсюда, Вася. Перелетаем, перелетаем, конечно же, на следующий бой. Последний. Блин, этот бомб получает потихоньку урон. С малышей с этих начнем. С назойливых. Так. Отхил. Отхил, отхил, да? Сделали себе. На. Упади. Не упал. Смотри-ка, а? Он еще и захилится. Так, собирается массовую атаку сделать. А этот на Реда бычит. Этот бычит у нас. Оу. Нет, бомбить бесполезно, ребят. Все равно не ушатаем его. Сейчас посмотрим, выживет Ред у меня или нет. Выжил, ну все, тебе, парень, хана. Тебе хана. Ред, ну-ка, покажи ему ответь. Изи кул. Шикарно. Ну что же, еще один бой вроде нами. Ух ты. Ракушка какая, видел, прикольная. Я ее выиграл, будет моей. Ну что же, остается нам, наверное, скорее всего, драться с главным свиньей, чтобы забрать ключик у нее. Верно? Верно. А там еще потом откроется... Да ладно, серьезно, что ли? Еще один бой перед ней. Да, друзья, еще один бой до свиньи нам надо сделать. Хорошо, да что же вот это за подлагивание? Бесявый, меня бесит. Слушай, ну тут мощи 352, уже посерьезнее. 233, да? 245. Блин, ну с бомбом получается самая имба. Хорошо, уговорили, уговорили. Все, пойдем с бомбом, опять же. Хотя у него одиночная атака. О! Слушай, подожди, или это все-таки босс? Ой-ой-ой, по-моему, это, ребята, босс. По-моему, у него ключик-то как раз. Успокойся, Вася. Достал моих птичек уже в корень. Да ты что, будешь каждый раз так делать, а?
Веслоухи, ты хорош, успокойся, пожалуйста, а? Блин, даже бомб не может его пробить, прикинь. Ну, сейчас мы только перец с тобой накопим. Я ему так звездану, ох, как звездану. Ему мало не покажется, поверь мне. Вот, сейчас как раз у меня Реддик-то покажет ему Кузькину мать. Ну-ка. На! Солидненько так пригрели. Ну что, еще, наверное, по два разика его бомбанем. Наверное, да? Ах ты, мелкий тапок, ушлепок ты мелкий, а? Отдохни. И отдай ключ нам, если он, конечно, у тебя. Наверное, не у него, да, все-таки? Или у него? А что две звездочки-то всего? О, окей. Две звездочки все. Новое достижение я получил. Единый ключ, чтобы править всеми. Странно. Ага, ага. Это был он, ребята, это был он. Пещера пройдена. И взгрустнул. Ох, ёкаламане. Дождевая плата разблокированная. Да ладно. Да ладно. Капитан Красная Борода. Мягкое зеленое свечение пещеры исцеляет свиней при сражении. Позеленел от зависти? Ну, вообще-то да, позеленел от зависти. Нифига вам имбу так дают. А вот теперь, ребята, мы заработали с вами и красный ключик. Я сейчас попрыкаю там, прыкает у меня. Ну что, друзья мои, мы с вами можем перейти на карту. У нас с вами есть красный ключик, а это означает, что мы можем открыть красные двери. А их, по-моему, не так уж и много на карте. Ну, сейчас посмотрим где-нибудь какую-нибудь дверьку. Может быть, откроем и посмотрим заодно, что там находится. Так, ну все, 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 хорош. Так, это у нас двери любви. Может, вот, смотри, видишь? А кто это тут стоит? Что это за красавчик тут у нас притулился? Ну-ка, открывай ворота. Вот сюда вот, сиганули? Сколько? Серьезно? Вот с двумя вот этими вот халабудами 689 свинской мощи? Вы ничего не попутали в случае, а? Не, я, конечно, проверю, ребята. Может быть, это, знаешь, меня на понт берут. Ну, в два раза выше. Ох, джигиты тут прибежали. Ну-ка, давай проверим. Так. Ну, слушай, ну они крепкие. Ага. Слушай, атака у них... Ого! Серьезно? Блин. А что я могу замутить? Я могу только замутить себе здесь отхил. Но. Не упал! Ты посмотри, он не упал! Если этот чувак в чака звезданет разок, я так и думал. Я так и думал, что чака просто снесет. Это жесть! Да. О, ребятушки, все, я понял. Отсюда можно смело уходить. Вся соль вот в этом вот чушке. Фига у него атака, зря отхил только, да? Нет, можно, конечно, ожить и попробовать наковылять, но я не хочу, ребят, это бесполезно. Он просто делает удар, у меня труп. Удар, у меня труп. Для этого нужно, естественно, подкачаться. А чтобы подкачаться, мы должны с вами проходить пещеры. Хорошо, давай глянем, может быть, у нас где-то еще есть красные двери, где мы не были. Я сомневаюсь, что только лишь одна дверь здесь всего в игре. Ключик идешь зарабатывать, чтобы открыть одну дверь. Ну, это бред. Давай мы сейчас посмотрим с вами по карте, пошуршим. Так, где-нибудь кто-нибудь что-нибудь видит? Ага, вот, я вижу, ребята, я вижу. Ну, давай, открыли. Так, и давай глянем, сколько здесь? 419. Слушай, ну вот с этими еще можно, мне кажется, да? Попытаться побороться. 419 свинской мощи. У нас 370 там с копейками. Ну, посмотрим сейчас. Так, сколько? Три волны, окей. Это меня устраивает. Бомс. Так, ну тоже видно, ребята, не такие сопливые, да? Ну,
Так-ка. Но это только первая волна, тоже не забывай об этом. Танцы-шманцы, все дела. Так, погнали. Бамс, минус. Ага. Да ё-моё, блин, Чак, ты меня уже раздражаешь, если честно. Толку никакого от тебя. Да, блин, бомба сейчас еще разберут мне здесь, а. Так, окей. Фигня. Посмотрим. Кого? Ты посмотри, что делают, а. Хотят бомба мне ушатать. Целенаправленно, именно его бомбят. Давай, Ред. Красавчик. Ага, красавчик, не добил. Ну ладно, двигаемся дальше, смотрим, ребят. Это вторая волна, сейчас посмотрим, кто здесь. Ага, два свина. Давай-ка пощупаем их на прочность. Я уже понимаю, что не так все будет просто легко. Пошел думать, а этот, естественно, свой ветродуй врубает. Что еще можно сделать? Конечно, ветродуй свой вшивый воткнуть. Мы будем работать через Чака. Погнали. Иначе нас вот разберут с тобой, поверь мне. Ну что, нам надо добить вот этого. По идее, да? На. А этот будет потом атаку делать. Вот в кого только непонятно. Сейчас узнаем, кого он будет атаковать. А, у нас хил сделал. Все, я понял. Буду-буду. На тогда тебе. Буду-буду. Сейчас опять ветерок свой, да, запустит? Ну, естественно. Так, добивочный. Готов, лежи там, отдыхай. И не вякай. Последняя волна, смотрим, ребята. Здесь у нас, ох, ё-моё, зомби. Я ненавижу зомби. Поэтому в первую очередь нам надо с собой вот этого уничтожить. Потому что зомби имеет способность оживать. Эть, хорошо. Блин, надо было вот этого атаковать-то лучше. Смотрим. Так, на бомба, да, наметилась зомбариха. Бегу, бегу, беги, беги. Раз. Два-с. Уничтожим? Нет. Сейчас бомба ушатают. Ну, этот, наверное, нет. Так, что там обдумываешь еще, а? Ушастый хмырь. Так. Эть. Удар. В бомбу опять хочет, да, что-то. Что-то хочет ему сделать. Друзья мои, я не знаю. Проверим. Не ушатаю, да? Не, не ушатаю. Блин, придется опять хилять. Или ушатал бы. Ай. Ушатал бы своими силами. Зря хилку потратил. Ладно, фиксим, ребят. Три звездочки, как с кустика. Да? Мы с вами прошли этот уровень. А что там, интересно, дальше будет? Хотелось бы мне посмотреть. Там вообще, докуда мы идем по этой дорожке? И какая там будет конечная цель? Если в предыдущих боях там сундук у нас стоял, да? То есть все ради сундука. То здесь пока еще неизвестно. Сейчас мы посмотрим. Там путь проложат. И мы с тобой глянем, куда это все нас выведет. Скорее всего, вот сюда вот, да? В этот порт. Мне кажется, да, именно в порт. Или вот сюда вот. Хотя это, наверное, открывается. С этой стороны дорожка идет. Да, мне кажется, в порт. И вот этот сундук мы с тобой сможем взять. Угу. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте будем закругляться. Да, сегодня неплохо подрались. Нас еще ожидают пещеры. Но это все будет уже в следующей серии. Так что всем пока и до скорого. Удачи вам.